19 сентября 2022 года учащиеся школы номер 153 отправились на историческую экскурсию, посвященную блокаде Ленинграда. Первым пунктом экскурсии был монумент защитникам Ленинграда, где школьники узнали о том, как жили, боролись с голодом и сражались жители блокадного города. Уже в музее, расположенном в подземном памятном зале, осмотрели экспозицию и прослушали лекцию, на которой рассказывалось о тяжелых 872 днях блокады города-героя.